Режим открытого неба введен на 3 года в 11 аэропортах Казахстана. Полеты с 5-й степенью свободы воздуха подразумевают беспрепятственное перемещение иностранных авиакомпаний через города нашей страны. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Меры направлены на привлечение новых иностранных перевозчиков, создание новых международных маршрутов и развитие туризма. Режим «Открытое небо» – это вид соглашения, который основан на рыночной конкуренции и при котором государственное регулирование послабляется именно по доступу, по ценообразованию и по ввозимой емкости. Но в то же время минимальный режим регулирования остается для того, чтобы достичь самих целей соглашения. В Комитете гражданской авиации также заявили, что по поручению президента ведут переговоры с отечественными и зарубежными авиакомпаниями для открытия новых рейсов между казахстанскими и иностранными городами.